Всем привет! И в этом видео я хочу рассказать про лопату Крафтспатен фирмы Ideal Spaten. Крафтспатен — это лопата власти, лопата силы. Почему она так называется? Потому что эта лопата весит, внимание, целых 5 килограмм. И эта лопата предназначена для самых экстремальных работ. Копать ямы, траншеи, могила на кладбище. То эта лопата выдержит все, все, что возможно. Вы можете даже дробить асфальт этой лопатой, вы можете дробить камни, вы можете перерубать бетонные плиты. Посмотрите, какая шикарная заточка на этой лопате. Толщина лопасти составляет целых 5 миллиметров. И постепенно на ней, да, как на хорошей стамеске, да, вот принцип стамески, вот она заточена. Длина этой лопаты 1,25 м. Рукоятка, ручка, да, черенок из толстостенной трубы 3-миллиметровой, который приварен уже к тулейке этой лопаты. Эту лопату невозможно сломать. И на конце такой набалдажник из бука, для того, чтобы эта лопата, она у вас из руки не выскальзывала. То есть это самая мощная лопата в нашем интернет-магазине. В нашем интернет-магазине kado.ru, элитного садового инструмента из Европы. Цена этой лопаты составляет около 9000 рублей. Но через 10 лет вы вообще забудете, сколько эта лопата стоила. А останется вот это качество, вот эта долговечность, эта прочность. Так что покупайте лучшее, а про остальное забудьте.